покажет. Ласточка. Так это, тебе пищит, что такое был, Боб? Стой, тррр! Тррр, чужой человек. Она меня боится. Ну, чужих увидела. Заходи этот, коротышка тут, это, заходи отсюда. Вот это передок. Ага, это передок. Тррр! Тррр! Так она спокойна, бог не знает, что у нее на уме. Чужие люди. Вот так вот мне подашь, смотри. Вот так вот. Не крученые. Ага. Да не торопись, сначала одну подай. Ладно, надуло сейчас бы, раз. Давай второй. Там смотри, это ничего крученого нету. Ремень нигде не перекрутился. Да нет. Все ровно. Ну-ка иди-ка сюда. Хоть на эту дотянем, нет. Вот что сюда вставить. О, кто хотел веревочки вязать, а что вязать, когда это... Видно, разъелась эта, я же не ездил на ней. Сейчас эту утечку принесу. Все дышище дохвалит Господа, ласточка. Да, 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 знал, знал. А ты с ней раньше? Ну, я с ребятишек-то на ней катал. А, катал. Ох, они кусают. Вот они свои откладывают там в ней. Личинки, оводы. Вон выгоняют у нас коров, овечек на пастьбу дневную. Да. Сегодня у нас 18 августа 2015 года. Это вот Скворечник Игнатия Ивановича Лапкина. Это вон Надежда Васильевна Лапкина здесь живет. Это голубятня. Тоже. Сергей, может, доброе дело сделайте, я 4 бочка на телегу закину. Виктор говорит, что я ошибка занятый, у него эта печка не идет, забитая. А вам там это 5-10 минут. А где бочки-то какие? Две на улице, две вон там, на мансарде наверху. Ну сейчас подведем. Сейчас это дело сделаем. Ага. Ну, где он? Что, снимать? Да. Подводи. Ну. А это не-не, зачем? Вот, карабинчик. А, на карабин. Да. Его, смотри, вставлять. Давай, сюда. Вот я где разбил, сюда. Угу. Так а что, я бы это, бичик бы привез настоящий. Мне как раз вот это надо. Бича-то нету. Давай. Иди с телеги, садись, хорошо. Держи, держи. Я так сяду, ты мне ногу поднимешь, подожди. Да, я впереди встану. Давай. Стой. Давай. А-а-а. Серега, иди. Отсади ногу. Она знает, как ногу это. Подними. Не, вот так. А, вот так.
Как это экзотическое растение? Давай. Подожди. Опа. Ой-ой-ой. Не завязали что-то. Что такое? Ну как седло-то? Ну еле затянули, Сергей. Вы что не затянули? Чуть руку не сломал. Я же казак. Она круглая. Хотел сказать, тут штаны трещат. Ну что такое? Еще давайте подтянем. Ну, давай, травяной мешок. Вот это еще подтяни. Полща сыть. Ты ж видишь, штука еще. Же будет. Ну. Да. Она, наверное. Ну. Она мухлюет. Она надулась. А сейчас воздух спустила. Ну, ну. Мы еле-еле затянули, ну. Вот Сергей свидетель. Давай снова. Давай, брат, иди, помогай. Иди казаку. Я буду за гриву держать. Давай за гриву. Они так и держат. Одной за гриву, другой за седло. А нет, нормально сейчас, нормально. Вот, ну сейчас, подожди. Да ты его немножко подсади. Рога-то не поднимай. Подсади немножко. Фотоаппарат надо было взять. Фотоаппарат у него взять. Держи. Фотоаппарат. Фотоаппарат-то дай. Фотоаппарат-то на. Стой, только от солнца. От солнца зайди. Тихо. Веточку-то забыл. Молись, брат, на то, сейчас. Павел, хватит мне ехать. Павел, ты держи ее. Возьми ее, держи. Подержи ее за узду. Дай мне этот пруд. Володя, подойди поближе. Да, я хотел показать про казаков. Вот казаки, они всегда на конях были. И вот сейчас казачество, там они бьются за власть, а ни у кого нету лошади ни одной. Я считаю, что... Толкай. Так, лошадь нужна. Вот. И вот такой пруд лучше всякого автомата. Смотреть за своими казачатами, чтобы они вовремя дома были, за казачками. Ну я уйду, чтобы не... Так, подержи маленько. Он же меня фотографирует, зачем? Ну ты держи, она не стоит на месте. Чтобы казачки были девственницами. До замужества, как у мусульман. А то воюют там с мусульманами, а у мусульман там много можно поучиться. Вот таким прутом-то начните работать с казаками-то. А не с нагайками, обыкновенный прут. Вот растет клен. Я подошел, сломил. Прочистите маленько-то мозги друг другу. Казаки объединяются, кого-то идут, охраняют. Да вы маленько в реестр посмотрите, где вы участвовали-то. Мы были там где? Ну вот какая-то ящур, там болезнь. Они стоят. Ну, нужна для этого форма, папахи, красоваться они. Русь, поют там хор казачий-то, а Бога-то не знают. Для Христа не служат. Ты возьми вот, разберись со своей казачкой-то. Посмотри, какая она у тебя есть-то. И ты какой хозяин? День начинается с молитвы или с чего? Борьба за должности какие-то. Надо, чтобы поставили в их в реестр, платили им. Ничего этого не надо. Главное, это дом твой и душа твоя. И ты умрешь, у Бог спросит с тебя. Я бы мог дома сказать, но я хотел сказать. Главное это вот что, не жалей розги для сына твоего, для дочери. Не смотри на ювенальную юстицию, придут ювенальную юстицию и покажи это. Боритесь не за права человека, а за выполнение. Прав нам дано очень много. Право дано умереть за Христа. Право поститься. Вы посмотрите, сколько из вас курящих. Сколько, которые не молятся. Сколько посты православно не исполняют. А сегодня в казаках кого только нет. Понабрали людей, которые лба не могут перекрестить. Там приезжали казаки не раз. Ну, лошадь, вот она лошадь. Так она в деле, на ней дети у нас сколько лет касаются. Вот хозяин ее, мой брат Павел, приехал из Корчина. Лошадка, она служила для детей, каждое воскресенье на ней катались. У нас лозунг, Россия должна встать. Россия это мы. Мы в чем? В труде. Вот раннее утро сегодня, а мы продолжаем работать и работать. Уже раннее утро. Пруд восстанавливаем. Дороги просят помощи.
Люди приезжают, что-то спрашивают. Нынче вот была миссия на север. Мы проехали около 130 тысяч километров с Евангелием раздавая. Каждое воскресенье по соседним селам. Евангелие людям давать, собирать, о Христе рассказывать. А это все, как их называют, кашкадавы. Это только камуфляж один, форма какая-то. Вас в первую очередь к стенке поставят, когда придут сюда недруги. Потому что вы защитить никого не можете, настоящее оружие вам не дают. Сегодня же все на другом уровне. Да это и не надо, я не к тому говорю, а к тому, что духовная брань против духов поднебесных. А лошадка, она, лошадка и есть. Сережа, подойди, подержи. Паша, подержи, я слезу. Сергей, помоги. Сергей, тихо. Нога-то уже не шевелится. Ну подождите. Вот ты рядом вот сейчас подойди. Вот посмотри. Все, я в возраст есть. Никак не войду. Вот подойди, посмотри на меня. Не видно. Вот. Я себя не чувствую, 77-й год-то. Работаю, в наклонку пилю, и лопаются капилляры. Видно, нет? Глаза. Свет глаз. Нет, не видно. Не видно? Ну а если я наклонюсь в тень? Да нет, нет. Не видно. Вы не так, вы просто вот так вот, да, вот сейчас поверните глаза. Ну вчера пришел дома, уже который раз говорят, у меня лопаются капилляры от труда. Вы на солнце прищуриваетесь, и у вас не видно. Ну давай вот так тогда, я сбоку стану. Вот так, во-во. Ну? Все, а сейчас глаз поверните на нос. Вот, вот так вот, да-да-да. Видно? Ага, так. Ну вот так. То есть организм не выдерживает, а духом-то, дух бодро, а плоть немощная. Это и понятно. Спаси Христос, Павел. Здравствуйте. Доброе утро. Вот когда-то. Иди, помоги ему снять все седло. Так, пойди с ним туда, покажи. Давайте я у вас глаз фотографирую. Прокомментируй, что и мы подойди, ему... подойди, я тебе 3 метра по этой покажу. Сейчас. Же это, арматура. Так вот, раздвиньте глаз. Раздвиньте руками. Нет, тот. Нет, веки раздвиньте. Так, видно? Ну и так понятно, я к чему показываю, что сидеть спать будешь, еще не будет. Это неправильно. Я вчера целый день в наклонку. И стараюсь от молодых не отстать пилить. Но организм не выдерживает, и лопаются капилляры на глазах. Мне уже говорят все, что ты делаешь, что ты думаешь. Я забываю об этом. Дух побеждает плоть, немощи. Никакого лекарства, святой водой. И все. Помоги, это Сережа, сними. Сверху я сниму. Подойди рядом, сними. И пойди к телеге туда, покажи. Тррррр. Она прицеплена. Что, тогда это. Ага. Вот сюда зайдешь и сюда. Вот да, и... это, уздечку сними с нее, а то наступит. Сережа, вот туда это иди. Лиза привез седло. Вот зайдешь там этот ящик, сейчас я иду. А он снимает, видишь, уздечку снял. Это у Павла, он уехал, все заросло. Это такой репей. Репей такой. Это он насадил березки, деревья. Где-то ты там зайдешь тогда, на телеге все это засними, покажи, расскажи. Он приехал один и старается в лагерь помочь. У нас остатки осталось. Вот. Прокомментируй. Болгарка чекните 3 метра. Куда ты погодишься? Ага. Ну я буду иметь в виду. Дрова дарю. Хорошо, хорошо, это мне не надо. У нас дров вот так. Болты, если выкидывать будете, я сейчас. Мы ушли на пруд. Ага, сейчас. У нас сегодня один лезет в воду, сцеплять будет, оттуда вытаскивать будем. Вот так вот тут в воде будет. Никита. А где эти фляги-то? Бачки. А? Бачки. Да, пойдем. Че он спрашивает? Сюда, не ходи. Бачки попросил загрузить. Вот это более-менее, а то все гнилье. Бачки. Бери надо так. Ну и бери, он нужен, поскорее. Да, да, вот эти более-менее. Ну положи он туда, сейчас я не возьму. Вот туда, это кого тут, смотри, вот. А это никуда, это плохое. Все, Сережа, по-быстрому. Какие, где? Бери, что нравится. Ему покажи, скорее его отпусти, иди.
Ну и все на этом. Можешь пройти еще показать, меня догнать. Зайди сначала к телеге, сними. Вот он идет, это телега, из Корчина он приехал. Бедность, как говорят, вопиющая, но можно жить. Это телега, вот на это ласточки. Вот. Вот он приехал. Ну, маленько дали ему, что тут, разные крупы, что у нас осталось. Мы ничего не продаем. Это крупа мука, мука 10-го года еще. Растительное масло это нынешнее. Вот помогает рабы Божии Елена и Александр. Мы стараемся, чтобы всем была какая-то равномерность, как Павел говорит. Пройди туда. Ты Лего, все это, видите, какой город, это хозяин-то такой. Он сегодня на ногах, а завтра может и не быть. Так что. Давай тогда, я пошел с топорами разбираться. Угу. Все, проходи туда, Павел, зайди, посмотри, я ушел совсем. А вон бочки несут. Тяжело, да, Сергей? Да нет, нет. А, так, колода. Да, слава Богу за все.